Теперь я тебе покажу, для чего, собственно говоря, например, для чего нужны такая вещь, как вяленые эти помидорчики. Так, вот, смотри. Молодые кабачочки, например, да? А, сделаю я на крупной терке. На крупной терке натираешь молодые кабачки, для того, чтобы сделать оладьи из кабачков, естественно, соответственно. Если у тебя кабачки старые, то можно их, а, натереть на мелкой терке, б, снять с них кожуру, но с нужно обязательно тогда отжать, потому что они дают очень много воды. Больших. Одно яйцо среднего размера. Соль, перец, кориандр. Вот хорошую щепотку вот таких вот пряностей сюда. Есть такая мука, называется каштановая. На самом деле из каштанов, да? На самом деле из каштанов. Видишь, какого она интересного цвета. Вот столовую ложку такой муки сюда. В принципе, мука же нам здесь нужна, как скрепляющий элемент, понимаешь, что нам самый-то главный вкус дают кабачки. Видишь, как то, о чем я тебе говорила, такие кабачочки практически не дают воды. Они должны быть достаточно тонкие, да? Конечно, они должны быть тонкие, просто потому что, во-первых, я очень люблю хрустящие. Да. Я думаю, ты тоже. Ну и потому что, чтобы они лучше проготовились. Самое время, между прочим, взглянуть на наши помидорчики. Как там они поживают? А они поживают очень даже хорошо. Просто замечательно. Ты посмотри, какая это красота. Они должны быть вот такими черными, да? Да, чем чернее, тем лучше. Посмотри. Ты видишь? Вот. Юля, иди посмотри, какая сказка. Смотрите. Манти, видно? Смотрите. Это что, Марусь? Оладьи кабачковые. Оладьи. Оладьи, конечно, можно есть со сметаной. Кому бы подгорели помидорчик. Но и это еще не все, девчонки. Этот сыр называется бри.